маленькая живая единица. Так реагирует клетка сердца, когда мы влюблены. Так клетка нервной системы, когда нам страшно. Клетка – основа всего живого, будь то цветок или человек. Каждая клетка нашего организма самостоятельно развивается и воспроизводится. Наш организм — как стремительно развивающийся мегаполис, где каждый дом — это одна маленькая клетка, уникальная и неповторимая. Именно здесь, в наших клетках, заключена загадка жизни. Ученые еще только проникают в тайны строения и работы клеток, пытаются понять законы и механизмы, которые бы облегчили жизнь клеткам и позволили им прожить дольше. И одно из главных условий нормальной работы клетки – это чистое окружающее пространство. И чем ближе оно к биологическому идеалу, тем дольше живет клетка. Именно поэтому наши клетки всю свою жизнь, без перерыва на обед и сон, занимаются самоочищением. Ведь от этого зависит их жизнь. И этот сложный процесс идет сразу по трем направлениям. Очищение межклеточной среды, внутриклеточное очищение и защита клеток от окислительных повреждений. Пространство между клетками заполнено жидкостью. Она выполняет самые разные функции. Но одной из главных функций является омывание клетки и выведение из организма вредных веществ. Образно говоря, происходит очищение улиц нашего внутреннего города. Так называемое межклеточное очищение – один из самых древних механизмов поддержания чистоты наших клеток. Им пользовались даже первые одноклеточные организмы. Они выделяли вредные вещества наружу, то есть прямо в первобытный океан, в котором они и жили. А океан уже растворял и уносил их прочь от живых клеток. В организме человека эта система работает практически так же. Клетки выделяют вредные вещества в межклеточную среду, а межклеточная жидкость уносит их наружу через желчные пути, кишечник, пот, мочу и другие естественные выделения. Ну как и 2 миллиона лет назад, практически все эти выделения имеют естественное происхождение. Да, безусловно, они вредны, но это продукты естественного обмена клеток. А вот как быть с чужеродными загрязнениями? С ростом городов, загрязнением окружающей среды все большее значение для нашего здоровья приобретает
внутриклеточное очищение. А если быть более точным, внутриклеточная детоксикация, или, говоря проще, генеральная уборка наших клеток. Ведь именно сюда, в наши клетки, с каждым годом поступает все больше и больше вредных веществ. Неправильное питание и вредные привычки. Переутомление. Сильно действующие лекарственные препараты. Итог, как правило, один. Наши клетки остаются засорены. Вредные вещества чужеродного происхождения нужно не просто вывести из организма. Их нужно обезвредить, и чем скорее, тем лучше. В каждой клетке есть специальные службы, которые отслеживают и обезвреживают опасные клеточные яды. Они сначала обезвреживают вредные вещества, попавшие в клетку, затем превращают их в растворимую форму, и уже потом межклеточная жидкость выводит их из организма. Но помимо вредных продуктов собственного обмена и чужеродных токсинов, у клеток есть еще один очень серьезный враг, и, как ни парадоксально, причина его возникновения – кислород. А значит, воздух, которым мы дышим, опасен уже сам по себе. Ведь под действием кислорода в организме образуются особые химические вещества – свободные радикалы, очень опасные для клеток. Что самое страшное, они действуют молниеносно. Буквально за тысячные доли секунды они могут полностью разрушить клетку. У этой клетки радикалы повредили стенку. Дом разрушен. Клетка обречена. А эту лишили энергии, ни тепла, ни света. За доли секунды свободные радикалы способны необратимо испортить любую клетку. Видите? Так гибнут клетки. Каждый день. Сотнями, тысячами. День за днем. Для нашего организма это настоящее стихийное бедствие. Ведь мы здоровы до тех пор, пока живы и здоровы наши клетки. От свободных радикалов наши клетки спасает особая система – природные молекулы, антиоксиданты. Эта армия расквартирована во всех наших органах и тканях. Антиоксиданты мгновенно находят и нейтрализуют кислород. У здорового человека, который хорошо питается, дышит чистым воздухом, живет на берегу озера, естественные клеточные механизмы надежно защищают организм. Однако все мы, жители больших городов, ежедневно испытываем такую большую нагрузку, с которой наш организм уже не справляется. Требуется дополнительная поддержка.
И здесь нам на помощь приходит эндоэкология. Это молодая медицинская наука, которая разрабатывает методы и средства, которые позволяют поддерживать чистоту внутренней среды организма. Город внутри нас, эндоэкологи учатся очищать в условиях современного мегаполиса. Для тех, кто хочет поддержать чистоту своих клеток, не нарушая привычного ритма городской жизни, корпорация «Сибирское здоровье» разработала принципиально новую систему комплексного клеточного очищения. Истоки чистоты. Если другие продукты очищают организм только на уровне отдельных органов – печень, почки, кишечник – то истоки чистоты действуют на клеточном уровне. Кроме того, они стимулируют не один, а сразу несколько основных механизмов очищения клеток. Это дает полное право называть истоки чистоты системой комплексного клеточного очищения. Истоки чистоты состоят из трех взаимодополняющих комплексов. Первая формула – это комплекс из 18 лекарственных растений, которые очищают пространство между клетками, активизируя циркуляцию межклеточной жидкости для наиболее эффективного очищения межклеточных пространств. Специально подобранные растительные компоненты второй формулы истоков чистоты стимулируют работу особых внутриклеточных ферментов, которые обезвреживают находящиеся внутри клеток токсичные вещества. Третья формула истоков чистоты призвана защитить наши клетки от внутренней коррозии, то есть от разрушительного действия свободного кислорода и порожденных им свободных радикалов. Эти уникальные природные вещества защищают клетки от свободного кислорода снаружи, изнутри и на уровне очень уязвимой к окислительному повреждению клеточной оболочки. По-настоящему здоровый организм борется самостоятельно с любыми загрязнениями. Для полной победы необходимо сделать один шаг –